Идея с установкой в Ленинском районе новой футбольной площадки поддержали не все. Объект с искусственным газоном и круглогодичным графиком работы планировали разместить вместо ледовой площадки в парке Матросова. Люди переживают, что попасть на футбольное поле смогут не все. Новость о скором появлении современной футбольной площадки в парке Матросова с оптимизмом восприняли не все жители близлежащих домов. Аргументы весомые. На этом месте раньше был каток. И никаких изменений проводить не нужно. Представители городской власти, отвечая на критические высказывания, добавили, ледовая площадка использовалась лишь несколько месяцев в году. Ту площадку, которую мы планируем построить, это будет площадка круглогодичного использования. Вот. То есть и летом, и зимой будут заниматься люди, значит, футболом, значит, будут заниматься спортом. Еще одна претензия со стороны местных жителей заключается в возможной недоступности нового спортобъекта. Люди предположили, что заниматься на футбольной площадке смогут только избранные. Тренировки всегда плотно. 15 групп у человека. Там будет занято все и всегда. Ну вот смотрите, мы, например, занимаемся также зимой. Мы занимаемся на территории УГУ. Там это все чистит трактор. Также в выходные дни ребята приходят, играют, берут там свои мячи какие-то, занимаются. Самое главное, должно у детей быть желание, понимаете? И у родителей, конечно, соответственно, желание привести сюда своего ребенка. Почему бы и нет? На деле же парк Матросова – это учреждение дополнительного образования, где расположены кружки и секции. Размещение на этой территории футбольной площадки с искусственным газоном, раздевалками и душевыми станет подарком для местных любителей игры миллионов. А доступно новое поле будет для всех. Первым требованием, которое было у нас, что когда площадка свободна от расписания секций, она обязательно на ней будет дежурной, и обязательно ребята, которые будут в нашем лагере, которые пришли с родителями, и это даже будет как реклама, потому что эти же дети с родителями, и родители могут решить и записать ребенка для общей физической подготовки и так далее. По итогам беседы руководство футбольной школы попросило у недовольных дать проекту шанс. Если за год площадка не оправдает ожидания, конструкцию перенесут в другое место. Елена Тимонина, Артем Петров, Вести, Ульяновск.